Сейчас, моя девочка, сейчас, моя любимая, сейчас подойду. Вот они, зубы, гляньте, рвали. Рвали. Это вообще самка, ей цены нету. У наших соседей в Югре, в городе Урай, бездомные собаки в ходе ночного налета растерзали больше 200 особых кроликов, которые хозяйка, индивидуальная предпринимательница, разводит на своей ферме для научного центра. По словам Марины Тикеевой, ее чудо-звери способны грызть растительные отходы из теплиц и даже перерабатывать в своих желудках пластик. Но теперь из-за ночного собачьего нашествия на ферму у нее сорвался контракт на переработку отходов крупной торговой сети. Марина уверяет, что теперь по ночам она с вилами в руках охраняет своих питомцев, особенно породистых крольчих, некоторые из которых стоят бешеных денег. Судя по видео с натуры, кролики, несмотря на стресс, аппетит не потеряли. Но убытки ферма понесла колоссальнейшие. И все из-за того, что по соседству во дворе строительной фирмы прикармливают свору бродячих собак, которых, естественно, не садят на цепь, и они рыщут по округе в поисках мясных деликатесов.